партере Ивановского музыкального театра нет свободных мест. Все билеты на спектакль «Шербурские зонтики» распроданы. Труппа театра «Карамболь» из северной столицы привезла в Иваново мюзикл по мотивам кинооперы Мишеля Леграна и Жака Деми. Прикоснуться к произведению Леграна – это большая смелость. И тот невероятный успех, который имеет и имел этот спектакль, и тот факт, что Легран назвал это лучшей постановкой в мире, он приезжал к нам на премьеру летом 2009 года, говорит о том, что вот наши невероятные усилия оправдались вот такими отзывами. На сцене разворачивается невероятная история любви двух молодых людей, Гийома и Женевьевы. Все диалоги между героями положены на музыку. Чтобы превратить киноисторию в спектакль, пришлось серьезно переработать текст. Когда мы 10 лет назад уже делали этот спектакль, то мы очень копались именно в произношении этой мелодии, в произношении текста, чтобы сломать ритмическую структуру, как бы вот такую достаточно иногда простую, однообразную, вот, сломать в том направлении, чтобы текст прозвучал гораздо более ясно, чтобы публика могла расслышать, о чем идет речь. Любовь моя. Ну, амбре, визит сплошной. Я давно к нему привык. Милый мой, любимый мой, мне пора уходить, так значит вечером в театр. Моя героиня – открытая, искренняя девушка, которая влюблена в молодого человека Гии. Вот, это история любви. Но жизнь решает по-другому. Они строят планы, они хотят иметь детей, они хотят жить. Вот. Но есть другие обстоятельства, и эта история, вот, может быть, о переменах, но прежде всего, конечно, о любви. Молодые люди счастливы, они вместе, ходят в театр, проводят время вместе. Внезапно на пути двух любящих сердец встает непреодолимая преграда. Гийому приходит повестка в армию, его отправляют в Алжир, где идет настоящая война. Женевьева обещает дождаться своего возлюбленного. И теперь нас с тобой разлучит эта жизнь, будет все не так, как вчера. Придется свадьбу отложить, но чья же здесь вина? 2 года нам придется ждать такие времена. Я тебя укрою от любой беды. Ну, эмоции будут положительные, конечно, вот, потому что любовь – это в нашей жизни, собственно, все. Вот. Но я желаю зрителям любить, просто любить, потому что любовь – это прекрасно. Мне никто не нужен, только ты одна. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.